И мы вернулись. Я записываю уже третий эпизод подряд. Ладно, дайте-ка поражать. Я что-то... О. Кстати, ребята, вот это Эндермен. На него смотреть не стоит. Потому что он вас может убить очень легко. Я на него не посмотрел, надеюсь. Она... Ну, пошли в год. Стоп, я посоветую кое-что забыл. Бог с ним, давайте после голода. Мне надо поесть. Так, нам по эту сторону вроде бы. Так ведь? Так, посмотрим. Отсюда туда. Нам туда. Окей. Да, надо над тем. Шлемом будет еще чуть-чуть поработать. Кстати, те из вас, которые, может быть, были внимательны, наверное, обоценивали, что у меня новый скин. Мне кажется, прикольно. Ну, не важно. О, всё. Нет. Оп. Нам нужно кто-то... О, тут у тебя очень хороший предложение, чувак. Так, ну нам нужно... Что ты делаешь, честно? Не. Ты? Не. О, нам нужна эта штука. Благодарю. А ты что делаешь? А, нет. Тут кто-то еще есть. Олег, нет. Так, посмотрим. А, ты с обозами? Нет, ну, а шути тут. Не то. Ну хотя... Давайте-ка посмотрим, что нам после этого даст. И мы сами можем его быстренько... Да, вот еще один стим. Это был Эндерман. Кстати, а что у тебя там еще есть чувак? И тоже... Ой, нам повезет одним парнем здесь. Парень, а ты что подаешь? А, бесполезно. Ты... Можно? А, тебе... О, ты еще лучше. Так, посмотрим. А где тут парень с арбузами? И тут Эндерман решил стащить кусок песка. О, кстати, я забыл, кажется, сказать, что они любят втаскивать вещи. Почему, я не знаю, но они любят. О, тут, наверное, надо что-то поставить. Давайте посмотрим. Вот так. Здесь кто-то есть? Нет. В этом доме кто-то есть? Нет. Здесь кто-то есть, и тут лучше людей поставить. Так, посмотрим. Давайте-ка еще раз попробуем всем парням анимацию обменяться, которые нам... Нам что-то полезно раз. Так, посмотрим. Очень сильно хочу найти арбузы. Тяжело сделать это. Высал? Нет. Итак, и у тебя что тут? Шерсть! А где тут парень, который очень хороший даже не делает? Нет, нет. Вы, сэр, сэр, нет. А где у вас тоже хороший даже не? Так, ты нет. И этот парень был, забыл уже. Так. О, ты что? Нет. Ты. Хотя? Давайте-ка тебя обменяем. Постой, это не тот? Нет, это не тот. Ладно. Ну. И... Какая разница? Ты мне...
Что-то новенькое будешь предлагать? Походу нет. А где тут парень, который продает штуки? Нет. Если где тут пацан? Так. А тут кто-то есть интересный? Нет. Хотя. О! Я могу забыть на этом. Но я думаю, по-моему, целая тонна была. Ты штаны продаешь. Я рад за тебя так. Пойдем неудобно. Так. Воу, как это у вас. Как вы туда забираетесь, видно? Наверное, никак. Ведь бага. Постимус. Дал вам дорогу. Так. О, окей. Ауч. О, мне нужно поесть съезда. Ты что, ты что? О, вот ты где. Так, мне нужно еще один из этих. Спасибо. Ну давай с тобой обменяемся на курицу. И ничего нового, я так понимаю, да? Так, я где-то вместо всем. Я очень надеюсь, что один из них будет арбузы продавать, поскольку я не думаю. Хотя можем найти, конечно, в той шахтах, которые мы наши, может быть, там их найдем. Ну, по идее, один из этих один из таких парней должен продать, которого ничего особенного нету. Так, и вроде бы все. Я подал все деньги. Анам! Анам! Я потом еще вернусь за вами. Потом еще вернусь. Сюда. Оп, жак. А я могу? Есть. А теперь как отсюда? Вот сюда. Ха-ха, получилось. А ну пошли назад. Разберемся теперь с той. О, постойте-ка. Данжен. Но уже иногда нам. Иногда тут везет, и типа они так попадаются. Тут у нас скелеты. Ууу, скелеты. Это может полезным быть. Есть седло, целом пути. Какой-то там звук. Начнем с этого. О, ведро нам как раз нужно. Спасибо. Так, и нам отсюда выбраться надо. Вот так. Теперь пошли назад. Так. Кстати. О, седло. Седло — это очень забавная штука, их обожаю. На них можно. С помощью них можно кататься на свинках. Потом вам покажу. Оп. Да. Оу. Окей. На этом снова видео начал записывать. Так, посмотрим. Так, теперь. Я иду. Пошли с ним вот сюда. Я вам покажу вам свой гениальный план. Мо-ха-ха-ха-ха. Что иначе за одежки смеяться? Не имею понятия. Оп, сюда. Так, что нам нужно будет? Где мы сделаем? Так выглядит хорошо. Вот сюда. И на Инна. Какая разница есть? Два. А если мы сделаем три. Да, лучше, наверное. И ты, и два. Да, ты, и два. Не, это кажется уж. Так, нам нужно сделать так. А пусть там будет лучшая земля. Так, и здесь. Идти сюда. Так. Где наверху нам надо это сделать? Здесь от двух. Ага, вот так. И здесь от двух. Вот так. Сделаем так. Тебе нужна еще вода. Так, смотрим. Хотя, не спам большой. Нет, я вообще другом сделаю. Так, посмотрим. Давайте-ка пока мы сделаем какой-то крутой колодец. Где бы нам его взять? Ну, здесь хорошее место, прямо недалеко от фермы. Да, хорошее место.
Делаем вот так. Потом выкупаем это. Уже сильно интересно. Ладно. Я вам покажу, можно сделать бесконечный источник воды. Так. Что я делаю такой квест, увидите? Так. Ну, еще не совсем ночь, так что я думаю, успеем. О, какао бобы. О, это на взбей еще, я думаю, хорошая штука. Пардон. Извиняюсь. Так. Давайте-ка... Да, можно. Давай, можно брать. Я могу взять. Ты из-за этого сделай. Я думаю, ты тоже готова, да. Давайте-ка это... Поджаем слегка. Ага. Это можно убрать. Сюда. Вот и темно. Да, нам нужно еще. Но я обычно там даже нет света. Ладно. Нужно 8 таких. Вот, носочка 4, 4, я не нужно 5. Что делать, Кузьмин? Я говорю, что у нас не хватит камня, к сожалению, на это. Мы его их куда-то ставим еще. Давайте потом камни еще достанем. Здесь у нас прямо рядышком из пещера. Там мы не будем далеко уходить, просто станет ко мне рядом. И знаю, кто-то идет. И он умер. Прекрасно. Так. Девятнадцать. Ага. А, это хватит. Да. А, я не туда иду. О, Кассио выглядит. Дальше не интересно. По-моему, уже можно было кое-что делать. Не так, а вот так. Ага. Так, отлично. Это капец, пока как раз. Так. А, надо было подождать. Окей. Да, подождем и сидим в лапке. Вообще-то можем подать это его. Хотя, не. Так. Здесь еще курица есть или? Ну, давайте-ка это пока уберем. Это уберем, это уберем. Уберем, уберем. Уберем. Нам еще убрать. Давайте бы все. Окей, это можно тоже убрать, пока у нас... Хотя... Давайте хлеба оставим. Будем хлеб кушать. Так. Не так.
Нет, тебя и... Давайте-ка пока сделаем на заблысть. Так, я проверяю. Это, что сделаем? Что хочется сделать? Так. Это хватит. Ну, надо... Вот такая. Такая лучше. Давайте-ка обычного дерева лучше. Туп. Да, так. Берем последние вот эти. Посмотрим этот. Ждем. Да что? Мы этим назовемся. Так, это. Да, наверное, хватит, конечно. Да нет, нам еще один нужен. Шип посильный соберем и все. Прекрасно. Так, сюда, так, 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 и мы закончили. Я давайте-ка сделаю это вот так. О, упси. Вот я не посчитал, что я слышу зомби. И вот он. Нет! Нет? А, нет, что правильно ты? Сало мешайте. Вот так вот. Во! Вот, отлично. Что я еще хотел сделать тут? Сейчас сделаем, хотя давайте лучше сделаем здесь, и мне добавится еще один. Давайте-ка целую сумму таскать. Опускаем. Так. Так, вот эти мы особо на запол есть. Вот так. И пошлите. Тем не менее, еще кучу ДПС. Мы на секунду воспользуемся. Все, видите, что я имею в виду. Так, посмотрим это так. Так. Делал так. И делал. Берем. Здесь такая наподобие структура. И вот так. Теперь у нас наподобие лампы. Ах, красиво. И я тут все мысли ошибаются. Первое, нужно всего лишь вода. Так, чтобы делать бесконечный источник воды, нужно 4 вида. А вообще, такую колбоку делать вообще не обязательно. Можно просто один кубик делать. Дайте-ка внизу покажу. А, не могу. Ладно. Ну, короче, чтобы его сделать, вам понадобится 2 вида. Один в одном углу и один в другом. И если бы у вас не была дуга такая глубокая, у вас бы сработало. А-о-а-о, не взывайся, не взывайся, не взывайся. Лучше уйди подальше, уйди подальше. Уйди подальше. И последний раз. Есть. Фу, это исходно. Нам нужно еще одно. Может, что из рассвет? Да, мы всю ночь работаем. О! Вот красота. Вот красота. Ладно, давайте-ка хотя бы чуть поспим, что ли. Что ж, ну на сегодня хватит. Увидимся в следующий раз. И пока.